Здравствуйте, я Евгений Тюрин, самый высокооплачиваемый маркетолог в области дизайна интерьера. И сегодня мы поговорим о технике завершения сделки. Техника очень проста, но не применяя ее, вы теряете очень много денег. И в чем же она заключается? Заключить с вами договор или нет – это серьезное решение, которое должен принять клиент. Это черта, к которой вы подводите общением с ним, презентацией. Какие бы вы великолепные ораторы не были, как вы прекрасно бы не общались с клиентом, вы все равно испытываете стресс, что клиент сам испытывает стресс, что вы это при принятии решения, при вот заключении самого договора. Ваша задача не ставить клиента перед выбором таким, потому что по ряду психофизических свойств мы это можем выбор отодвигать от себя очень долго, пока вот клиента прям не зазвенит, что он уже полгода как купил квартиру, а там ничего не происходит. Вот, и тогда он все же от жалости к самому себе, от потерянного времени, все же примет это решение. Ваша задача не подводить клиента к этой черте принятия решения, а перенести на своих руках его за эту черту. То есть не обсуждать да или нет, заключать договор или нет, а заключать, конечно же, да, заключать, а обсуждать с клиентом, как заключать, как с вами встречаться. Рассмотрим несколько примеров. Скажите, у вас еще есть ко мне вопросы, прежде чем я запишу ваш номер телефона, я сверю с расписанием своим, и мы с вами назначим время, когда мы встретимся на вашей квартире, чтобы воочию посмотреть какие-то проблемные зоны, которые часто встречаются на объекте по факту. Скажите, у вас еще есть ко мне какие-то вопросы, прежде чем я начну составлять договор? В среду у меня весь день в разъездах, вот четверг-пятница, можно уже заключить его. Вам удобно первая половина дня или вторая? Вам удобно встретиться на квартире, чтобы еще раз пробежаться по проблемным зонам? Либо мне подъехать к вам в офис, что скажете? У вас еще есть ко мне какие-то вопросы, прежде чем я начну составлять договор? Скажите, мне учесть 3D-визуализацию? Или мне учесть в договоре сразу авторский надзор? Если вы покупаете сразу в комплексе, все, это стоит дешевле. Что скажете? Это яркие примеры того, как можно подхватить клиента и перенести за черту принятия решения, обсуждать уже с ним, как он будет покупать ваши услуги. Больше примеров, больше фишек, более интересные примеры из области переговоров именно. В тренинге продажи и переговоры для дизайнеров интерьера. Эта запись тренинга состоит из 1500 минут в формате MP3. Это самая крупная, самая масштабная программа на эту тему, которая существует на рынке. Ознакомиться с ней подробно вы можете, перейдя по ссылке под видео. Переходите, смотрите. Удачи вам! С вами был Евгений Тюрин, самый высокооплачиваемый маркетолог в области дизайна и интерьера. Успехов вам!